Ладно, давай. Давай начнем с дирижабля. Давай, он очень красивый вроде бы. Сейчас я возьму джетпак, и одеваем джетпаки. И, кажется, он грузится. Одевать вот джетпаки я поставил вам. Самые крутяцкие. Ой, а что они дюпнулись-то? Жесть, я их дюпнул. Одевайте. Вот джетпаки. Сейчас я его... Так, сейчас Project. Я его Fortnite Airship. А, короче, ой, из Fortnite что-то. Строил ты и твой друг, наверное. Хейл и Зим. Он так, он мне немного помогал, но не сильно. Ну, не сильно. Все про друзей так говорят. Он мне помогал, но немножко. Так, а вот сам дирижабль, который сейчас подвергся установке и летанию его пропеллеров. Так, я вижу у него много декора. Сейчас я съем какую-нибудь конфетку, передвигаться побыстрее. Так, начнем, наверное, с внешнего, самого внешнего вида. Типа он довольно круглый, и это радует. Он очень красивый. Впереди лоб, вот это, да, очень сложно сделать, я сам знаю. Сзади, ну, тут просто скопировано, я думаю. Также тут имеется такие вот... Почему меня телепортируют? Наклонности, вот. Ну, выглядит со стороны очень красиво. Также такие пропеллеры, тоже под наклоном красивые. Ладно, давай начинать смотреть, с чего начнем. О, они, кажется, прикреплены, да? Или что это? Что за веревки? Ну, чтобы забираться было. А, ладно. А, ну, это из Fortnite, да? Ну, да. Я, честно, в Fortnite не играл. Тут у нас дверька, но она не откроется, к сожалению. Да пошли вниз. Так, тут пошли. Имеется сначала такое первое помещение с вооружением. Можно взять оружие и подняться повыше. Также вот тут есть несколько самолетов на случай, если нужно будет улететь куда-то. Там вроде и самолеты в Fortnite сразу улетают. Несколько или один? Ну, тут один и еще с другой стороны один. Этот у нас для одного человека, тот для... Их. Ой, а он что-то сам улетел, ну ладно. Так, пошли наверх тогда. Тут тоже забираются везде по веревке. Какая-то странная лестница, не заберешься по ней. Ну да. Так, тут вроде бы генераторы. О, генераторы серебра. Ну, снаружи выглядит очень красиво. Так, ладно, внутри тут генераторы. Опять я упал. Так, куда нам нужно идти? Ну, тут есть пару комнат, но они, по сути, есть, ну, почти идентичны все. В комнате есть кровать. И... Что это тыква? Это тыква примерно с 2017 года. Ладно, я такую не видел почти ни разу. Вот тоже такие подставки везде, держатели и очень много таких комнат. А это что? Большой график. Экран. А, это карта. Ну, это экран, карта. Так, а наверх как залезть? У меня еще нет джетпака. А вот тут есть лестница. Почему-то лестница немного неровная, ну ладно. Тут есть... Управление. Левый двигатель, да. Стрелять, вперед и правый двигатель. Ну тут хотя бы написано, где что есть. А то так смотришь, разноцветные кнопки на какую-то. Если нажимать. Ты идешь вперед, нужно обязательно садиться, потому что по-другому тебе просто с него вышпили. Ладно, садись, сейчас мы полетим. Так, я сейчас попробую стрельнуть. Так, куда же я буду стрелять? А, там впереди имеются такие три пушки больших. Что-то у меня звука не было. Там пушек штук 200. Многовато впереди там пушек, ну ладно. Так, нажимаем вперед тогда. Поехали. Чем мы не летим? Во, запустил. Там что-то отвалилось. А, это самолет, наверное. И... Он такими рывками просто берет и летит вперед. А почему? Ну, потому что тут такой метод движения. И посреди вот этого, когда мы едем, мы можем просто взять и остановиться, и там выйти, задержавлю, смотреть и так далее. Кажись, я понял, он перемещается на порталах, да? На порталах и колесе. Блин. Он, короче, каждый раз просто телепортируется немножко вперед. Это вообще круто. Только вот у него от этого пропеллеры постоянно улетают куда-то. Блин, реально вообще прикольно. Это телепортирующийся дирижабль. Ой, меня сейчас выбросит с него. Помогите! Я в генераторе оказался как-то. В другом. О, нет. Ты остановил? Я в генераторе застрял как-то. Ну, когда он телепортировался. Еще... Этот дирижабль телепортируется. А меня в генератор засосало. Ну, сейчас я тебя выпущу. Вот я в этом. О, все. Пошли наверх опять. Ну, тут я не вижу, чтобы еще куда-то можно было пойти. Уже какой раз я тут сюда упал? На самом дирижабле очень много декора именно тут, снаружи. Внутри чуть поменьше. Также есть кнопки. А что вперед, право-лево делать? Получается, вперед это он телепортируется такими рывками на портале. Да. Это вообще как-то... А ну, левый и правый двигатель это вот эти вентили, чтобы они крутились. Что-то они вообще сейчас не крутятся. Ну, сейчас не крутятся. Сейчас крутятся. Так, ладно, я нажимаю тогда вперед. Вот так вот телепортируется. Опа. Ну, мы забыли сесть. О, нет. Нет, я внизу него оказался. Вот это перемещение телепортами без стульчиков вообще все уничтожает. Ну, да. И как теперь наверх залезть?
Ну, давай я к Лизию подключу укола. Это был весь дирижабль из Fortnite. С него вроде бы десантируются там как-то, или я не знаю, что там делают. Где вход? Ну, тут давай. Я заблудился. Просто надо прилечить. На... А как я полечу? У меня жипака нет. А. До стенку убери и все. Как десантироваться-то? Откройте мне дверь. А. Так, ладно, я пошел десантироваться, только у меня нет парашюта. Так, вот так там берут, вроде бы и спрыгивают, да? Ну да. И начинается там внизу война. А это сам дирижабль. Только почему он на портале летает? Типа телепортируется, чтобы перемещаться. Ну, потому что я не знал, как сделать так, чтобы его не коню и так далее. Ну, это ну, способ более, перемещения вообще странный какой-то. Ну, давай я его. Я его сейчас уберу, но он может немного подлагать. Понятно. Так, ладно, я на спауне. Тут, а че он упал-то? Я его убрал. Он все это время в Ниве. Все, я на спауне. Ну, окей, давай тогда сейчас вертолет. А, танчик. Ну ладно, давай вертолет. Это моя, по сути, самая новая постройка. А тут сбоку еще есть истребитель. А, тут имеется вот такой детализированный истребитель. Только вот почему у тебя тут некоторые части типа квадратные, а не круглые? Типа, можно было ракеты круглыми сделать. Ну, я его не так давно еще построил. Так. Я со временем его... Ладно, начнем тогда тут... с самолета, наверное, этого. Можно... Вход вот традиционно тут... снизу, да? Я уже догадался. Ладно, я полетаю, наверное, в одиночку. Или как? Ты можешь меня на вертолете, в принципе, догнать. Из внешнего вида тут есть такие крылья. Такая вот кабина, где нас сжимают вот эти все блоки и не дают нам дышать нормально. Ну ладно. Так, вот у него вот тут такой красивый лоб, и он умеет летать. Ну, сам самолет выглядит красиво, по-современному. На АФ-то стрелять? У него много пушек. Да, а летать как? Есть суперскорость на Е, есть просто турбина на З. Так, вот получается, я могу летать, потом могу супер-мега-быстро летать. Но сам у него красивый внешний вид, и он военный, и он умеет перемещаться несколькими скоростями. Типа супер-быстро, например, противник там где-то в конце, или вот так, медленно. У него тут очень много пушек, тут еще есть кнопки, они что делают? Р, Т. А, они сбрасывают бомбы. Ну да, можно их запустить, если нажать там, если Т, тогда Y, чтобы включить турбину. Y. У меня турбина уже сломалась, ладно. Еще одну бомбу сбросить, которая левая. Управление. Так, ладно, я сбросил эту бомбу, а как ее теперь... Давай, давай, взрывайся! А, вон она полетела на ракете, я увидел. Я на всю клавиатуру нажал. Потому что я не знаю, где аж. Так, опа. А вот эта ракета, она тут стоит и летает просто. Вон там, находится. Только она немножко по кругу летает. Так, ладно, я сейчас, наверное, вернусь на базу, чтобы посмотреть вертолет. По идее, она должна была взорваться. Так, я уже лечу. Вертолет готов? На, готов. Сейчас подлечу. Надеюсь, нет. Я попытаюсь добраться живым и здоровым. Помогите. Пум. Нет. Я выживу. Я буду жить. Потому что мне еще надо посмотреть вертолет. Так, остановка гладкая. Хоп. Ой, вообще не гладкая, ну да ладно. Так, тут есть какая-то красная кнопка, и, конечно, я на нее нажму. Ладно, она ничего не делает. Вот эта кнопка, по сути, она отсоединяет клещ. Да? Так, теперь самое интересное. Это вертолет. Ну, как сказать, красивый, наверное. Вот тут через стекло. Так, мистер. А, там два места. Кажись, один из вас останется тут. А, кабина открывается? Или нет? Что за кнопка? Нет, это... Я понял. Это у нас крутится. И тут есть какие-то кнопки. Ну, эта кнопка того, чтобы стрелять... Я уж понял, когда взорвалось. Все. Так, мне летать? Или... Смотри, вот на Q можно включить просто подъем. Ну да, его немного конит. Если вырубать Q и нажать F. Можно летать. Ну, на F, если включить, тогда в полете ты сможешь парить. Но нужно, чтобы крутились этим вентилем. Так, вот крутится вентиль. Что мне теперь делать, чтобы... Ой. Вот смотри, вот нажми E и потом на F. А, F. Типа... И у тебя начинается такое небольшое парение. Не на G. Ты на G вроде бы нажал. А, на F у меня вообще ничего тут нету. Вроде бы должно быть. Нет, на F есть, но оно не работает. А что такое J вообще? Почему-то какая-то новогодняя ракета, которую я вообще... У меня такой нет. Это новогодняя ракета с 2018 года, и она... Ну, у меня она работает как, чтобы спуститься легче. А, типа вот, нажимаем J и потихоньку... Потихоньку спускаемся. Можно быстрее нажимать. Так, хоп.
Ну и, конечно, тут есть огромная пушка, которая сметает все на своем пути. Это был военный вертолет. Ладно, давай дальше. Танчик, наверное. Куда? Куда вертолет?